Я б не только его в депутаты, я б его из Воронежа выгнал. Так и передай. Кто депутат в вашем округе здесь? Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Охосик. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я даже не знаю. Без понятия. Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Я сроду не знаю. Не в курсе. Не знаю. Скажите, могли бы назвать основные проблемы вашего округа? Дороги разбиты, не просто разбиты, не идти, не, называется, не проехать невозможно, и никто, никому нет дела до этого. Приходили по поводу кровли, нам говорили, я спросила тоже по поводу дороги. Это не наша территория, чья это территория, никому не известно. Ни с коляской погулять, ни просто выйти, ни машины проехать. Это просто какой-то ужас. Вообще все разбито возле подъезда. Алому мусору. Ну, в смысле, этих бочонков мусорных. Молодежь развязанно идет, порядка нету. И ломают, хулиганят. И пьют, и тут же, как грубо сказать, серут. Деревья валятся, никто не убирает. Хотя Воронеж занял чуть не первое место в России по благоустройству парковой зоны. Почты нету, банка нету. Мы вот старики ездим сюда платить или на почту. Или в банк. На почту, если пойдем, с нас 150 рублей берут. Комиссия. За что нас, стариков, гоняют на такое расстояние? Детские площадки, что были и во многих, особенно в Комитерском районе, во дворах. Говорю, наверное, когда мы построились, 40-летние, да, и там после как будто войны у нас, говорю, в этих дворах. Говорю, чтобы благоустройство делали лучше. Нашему дому уже... Мы живем 15 лет. Вот как мы заселились, в детской площадке ничего не делают. Вот там посадили жильцы, посадили сад, песочница как была тех времен, и лестница старая, некрашенная, и больше ничего. Как депутат Кудрявцев решает ваши проблемы? Ну, мы не знаем, это же молодежь больше знает, общает, а мы что, бабушки? Я к нему не обращалась. Как отремонтируют дороги, то будет решать, решено все. Мусор не возит, коммуналка повышается. Никак. Мы его не знаем. Мы к нему не обращали. Во-первых, я его не знаю даже, не принимал участие в его выборах. И ни разу его не видел. Не то, что по телевизору, даже во дворах вообще ни разу не видел. А почему депутатов не знаю? Потому что они никогда перед нами не выступали. Депутат должен выступить, изложить свою программу перед населением. А потом мы должны пообщаться с ним и принять решение, голосовать или нет. Я его не видел ни разу. Хотя я проживаю здесь уже 20 лет. Не знаю. Но вы его видели? Не знаю. Нет, нет, не видала. Нет. Я б не только его в депутаты, я б его из Воронежа выгнал. Так и передать. Вот они и решают. Никому мы там не нужны. Не видела. Вот. Раньше до этого еще некоторых депутатов знала. А вот сейчас, говорю, вот этот вот почти, знаете... Сергей Кудрявцев. То есть... Не в курсе даже, не знаю. Я не знаю, как он решает проблему. Вот будьте добры, может быть, сейчас хотя бы что-то услышит кто-то нас и сделает дорогу в дворе.